Привет всем! Это канал JPlay, а это Черное зеркало 2. И мы продолжаем выбираться из старинного военного бункера. Дэрон умнейший человек оказался. И, собственно, мы должны что-то сотворить. Здесь чудо какое-то. Ты можешь... Да, мы можем присобачить... Вагонетка точно никуда не сбежит. Так что незачем сажать ее на цепь. А, да? Ну, вообще-то я хотела, чтобы мы... У меня есть вариант, что эти камни нужно перетаскать в вагонетку, но он не собирается этого делать по ходу дела. Почему, не знаю. Попробуй еще раз нажать. Надо, наверное, что-то там еще поделать. Хорошо, сейчас... На вид ужасно тяжелый. Ну, а что ты предлагаешь? Варианты какие? Пока не найду замену колесу, вагонетку сдвинуть не удастся. Видимо, короче, пока мы не найдем реально колесо, он вообще ничего не будет делать. Он скажет, типа, знаешь что? Компрессор. Маховик компрессора почти совпадает по размеру с колесом вагонетки. И крепится кучей гаек. Вот. Маховик... И? А, поняла. Ой, не то. Вот так вот. На. Отвинчи. От винта. Как этот? Ну-ка, от винта. Отлично. Отвинтил. Прекрасно. Готово. Пошли. Собственно, вот все под рукой. Все под рукой, можно просто из говна и палок создать себе выход. Конечно, таких совпадений не бывает. Но даже мне иногда везет. Мы в полной жопе, Дэрон. Какие к черту совпадения? Никаких совпадений. Это просто старинный военный может быть, и люди подойдет. Тогда думали головой, создавая все это. Чуть меньше, чем остальные колеса. Но, по крайней мере, такое же устойчивое. Да она сойдет. Теперь-то ты готов эти камни таскать? На вид ужасно тяжелые. Ёпти, ты прикалываешься, что ли, надо мной? Посмотрим. Получается. И? Чёрт, это все. Похоже, доски не такие крепкие, как мне сначала показалось. Так нормально, она нам вырвет как раз, нет? Или камни не в счет? Я не понимаю его. На вид ужасно тяжелые. Так в том и суть. Положи их в вагонетку, нагрузи их с головой в вагонетку. Затем привяжи конец цепи сюда. И толкай. Или он не Цепь сможет столкнуть. Прикреплена прямо к раме и должна выдержать серьезную нагрузку. Готово. Теперь вагонетка и решетка соединены цепью. А теперь нагрузи камнями. На вид ужасно тяжелый. Он издевается. Тебе Теперь у меня есть вагонетка на цепи. Этого не хватит. Теперь у меня есть вагонетка. Ты прикалываешься? Тебе по приколу издеваться надо мной, да? Чего ему надо-то от меня? На хрен. Еще что-то? Доски? Чего доски? Одна доска проломилась. К счастью, остальные достаточно толстые. Выдержали. Внизу шахта. Дна не видно. Внизу только чернота. Так и пусть проваливается туда вместе с решеткой, нет? Оттащу доски к стене. Чё он делает, я не понимаю. Ай, все равно ничего не видно. Свет пробивается вниз всего на пару метров. Так а зачем тебе свет-то, ёпти, не понимаю, дыра? Понятия не имею, куда ведешь. Толстая доска. Все доски разной толщины. Некоторые уже сильно прогнили. Наверное, они из разной древесины. Какую срубили, с такой сделали. Возьму толстую, устойчивую. Ты не можешь подтолкнуть ее, что ли? Сам не справляешься или что? Я не понимаю. Остальные пока оставлю на месте. Че он делает? Хватит ли веса вагонетки, чтобы вырвать решетку из стены? У меня только одна попытка. Не мешало бы подстраховаться. Так положи камни, Дэрон. Положи камни. Камни подходящего веса. И я смогу дотащить их до вагонетки. Оля, зачем? Зачем вы сделали такую... Вагонетка с камнями теперь весит не меньше тонны. Я ведь сразу сказала это сделать. Ну сказала же, почему нужно было... Зачем? А теперь мы этой доской под...
какой-то, я не знаю, доски, что ли, только отцепить? Ну, ну хорошо. Мы бы и так отцепили, мне нет? Мне осталось только наблюдать и быстро отскочить в сторону, когда вагонетка сорвется с края. Не вагонетка, а решетка. Давай быстрей, чтобы она нам по голове не задела. Быстрее отпрыгивай. Отпрыгивай, отпрыгивай, отпрыгивай. Красота. Отлично сделано. Полезли в трещину, надеюсь, ты пролезешь. Но он вроде у нас не этот. Ну, решетку полностью вырвало из стены. Теперь я смогу пролезть в дыру. Сколько он там говорил? Он 90 килограмм весит, да? Но он вроде высокий. Надеюсь, или расщелина такое? Ведет на свободу. Или 80 килограмм. Сколько он там? Я не помню уже. Мы там взвешивались тогда. Но в любом случае он нормальный. Он пролезет. Сам же сказал, что пролезет. Это те шахты. Это те самые шахты. Ну, здесь других и быть не может. Out of order. Не работает. Вон из ордера. Так. И чё? А он сам топает. Чёрт побери. Ля, какая-то сито. Я выбрался из ловушки, чтобы попасть в зал собрания ордена. Орден. Ну и дела. Этот Лотар Гордон, да? Или как его звать-то? Мы видели это... Картина у Роберта была. Сэм тогда стоял. Ля, они... Гордона поклонничество какое-то. Огонь горит. Значит, совсем недавно здесь кто-то был. Собрание проводит. Надеюсь, этот кто-то не вернется, пока я здесь. А им нормально проводить собрание в полуобрушенном месте? Как бы стены с этой стороны нету, нормально? Наверное, нормально. Верхняя одежда, притворимся орденом, членом ордена, да, послушаем, что они говорят. Нас пропалят, что мы не... Перед ящиком лежит несколько сложенных пальто. 5-6 штук. Получается, в союз входит всего несколько человек. А, если мы сопрем, то будет палевно. Это, смотрела недавно сериал «Историк». Наш сериал. И там, короче, в одной из серий он, короче, среди... Может быть, это что-то вроде зала собраний. Клубный домик местного союза некромантов и черных магов. Как только найду Анжелину, сразу же исчезну отсюда. Какое-то дерево, смотрите, вот это вот с ветвями. Ветви переплетаются с корнями. Это, собственно, то, что, наверное, что мы и видели, да, у нас было вот это кольцо. Короче, там была одна серия, он, значит, надел балахон вот так вот и проник на собрание какой-то, ну, тоже там сектанты, не сектант, вот эта вся лабуда-приблуда. И, короче, развели его там. Ну, они просекли, что он чужак, и сказали ему в какой-то момент, там один говорит, снимите, братья, типа, капюшоны. Он снимает капюшон, остальные стоят, снимают. Он говорит, настоящие братья не снимают капюшоны. И, короче, его там чуть нет, не убили. Ну, там, как всегда, это же... сериал, кино, там успели, подоспел команда Брава. Да что же это такое? Почему передо мной вечно встают запертые двери? А, черт. Сейчас кто-то придет. Что ж, неплохо. Да ладно. Серьезно? Можно выйти? Так, спокойно. Тихо. Анжелину я так и не нашел. Может быть, ее использовали как приманку, чтобы заманить меня сюда. Но зачем? И где она сейчас? Может быть, мне стоит еще раз поговорить с мисс Велли? Она явно что-то скрывает. Вдруг она член этого ордена? Что это за орден? Опа, сзади! Кто его член? Сзади! Что им от меня Террен нужно? Террен, сзади! 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 А, черт! В нас пальнули чем-то, да? Тварь, ты кто? А это тот же, да? Что случилось? Он упал? В смысле, не... Баги! Баги-лаги! Ах ты ж, глава заканчивается. Ой, крыски. Мы сталкивались с крысками, смотрите. Ля, вот это на заставку. Вот это на заставку можно взять. Так. Звук как будто испытает крик. Ой, это Бориска. А это этот музей. Так, такого не было. Такого не было у нас, не врите. Это из будущего, видимо. Глава какая? Третья пошла, да? А, нет, смотри. Четвертая. Мы прошли третью главу. А это была третья глава. Я думала, мы вторую главу сейчас идем. Да ладно. А вторая про что была глава? А, мы две главы-то в Битфорде как раз-таки провели. Точно. Мы третью главу приехали сюда. Ля, мы где?
Голова! Какого черта? Что случилось и... Где я? Нужно как-то освободиться. Кто знает, когда вернутся мои похитители. В квестах, знаете, у нас уже Николь... А! Мои вещи! Мои вещи! Твари, мои вещи! Путы! Хренуты, блин, бутылка! Осколки! Деревянная рейка! Старая тряпка! Давай, осколки! Покатись! Осколки, Николь... кажется, от старой керосиновой лампы. Стекла изогнуты. Можно и довольно толстые. Путы. Путы. Давай. Давай. Короче, это Николь Бане у нас также связывали. В первой, по-моему, в первой части. Кстати, у меня там третья часть есть. Так-то на минуточку. Режь. Не так могу вот дотянуться. А до чего можешь? До руки давай. А, нет, не подойдет. Окно. Через заколоченное окно пробиваются лучи солнца. Ну, ночь получается. Сколько же я пролежал? Ну, мы нет, мы какую-то часть еще ходили по катакомбам, по лабиринтам. Возьми еще осколок. А, в смысле, это не тот же? Не могу дотянуться. Бутылка. Я поняла, в бутылку вставить. Да? Сойдет? Зеленая пластиковая бутылка. Пока непонятно, что в ней внутри. Да насрать вообще, что в ней внутри. Используй ее как этот удлинитель для стекла. Подтолкну ее поближе к свету. Чем тебе к свету ее толкать? Как удлинитель для стекла. А, и чё? И? А осколок ты куда дел? Не поняла. А что это даст? А, может быть, типа создать этот солнечный зайчик? Можно попробовать разрезать бутылку. Нет, я думала, он сейчас это хочет подпалить, типа в виде лупы, нет? Получилось, нет? Лужа керосина. Керосин разлился. Кое-что затекло в щели, но небольшая лужица осталась. А это вообще керосин был? А я уж про другое подумала. Керосиновая лампа. Нахрена мне это? Старая керосиновая лампа. Стекла нет, ей в жопу стекло. Старая тряпка. Старая половая тряпка. Так а чем мы подожжем? Очевидно, ею не пользовались много лет. Давай быстрее, Дэрон. Будем полчаса слушать, как тут это. А поджечь-то чем в итоге? Деревянная тонкая рейка. Деревянная планка. Думаю, я смогу дотянуться. Рейка, планка, блин, давай тянись. Чё это даст? Из говна вот и так палок создает вообще просто. Я не знаю, у меня нет слов. Вот реально, из говна и палок. Вот серьезно. Мебель укрыли, чтобы защитить от пыли. И, как мне кажется, здесь много лет никто не появлялся. А где, в общем, мы в каком-то, наверное, здании, этот, который там, библиотека, может быть, или что там, церковь была? Что-то подобрал. Старая тряпка. А, так, может, подбирали, нет? Чем ты ее уронил-то? На, в лужу керосина ее макни. Мне кажется, мы сейчас пытаемся что-то поджечь, нет? Но у меня такое ощущение. Кажется, вытер. А тряпка пропиталась керосином. На. Оставлю на месте. Ясно. Ничего не ясно. Давай стекло. Теперь стекло, наверное, на солнце, нет? Или нет? Не понимаю. Что-то я не понимаю реально. Это не работает. Это не это, а вот так. Что будет? Так, поднесу осколок. А, ну да, включу он свет. Хочет создать вот этот вот эффект. Так, получается. Осколок фокусирует свет и нагревает маленький участок ткани. Все должно... О, жух! Вот, пожалуйста. А теперь ты не мог бы, пожалуйста, путы туда сунуть? Нет. Вот так. Да? Хотя можно было просто так занести. Я... Сейчас дотянусь. Давай, Дэрон, давай. И, да, и по ногам, по ногам. Ну, в смысле, вот между... Так уже ног лучше. Ну, не между ног, но в смысле между... Ну, ты понял, да? На путы давай, на путы, ножные. Ножные давай, путы. А, ручные? Давай ручные, хорошо. Сначала ручные. Все. Одной справился, все. Одна рука освобождена, дальше уже проблем не возникнет. Вы просто видите, да, из говна
и палок создал себе... Просто мастер побега. Мастер побега. Я говорю, Сталлоне и не снилось. Так, туши это все давай. Пока тут не сгорело к чертовой матери. Ух! Так намного лучше. Согласна. Так, о, сколько всего сразу появилось там. Остатки моих пут. Несколько кусков веревки длиной 1-2 метра. Возьми. Бери. Ты можешь между собой их связать, и получится длинная веревка, как длинный шланг получился у нас. Так и здесь можно сделать. Окей, давай, хватай, еще бери. Этой веревкой мне обвязывали торс. Она явно длиннее остальных кусков. Верно, хватай ее. Вот, говорю же. Хватай все веревки, ничего не оставляй. Все свое уношу с собой. Нечего было раздавать мне это все. Так, а все? Типа стул. Офисный стул совершенно не вписывается в обстановку. Скорее всего, его притащили специально, чтобы привязать меня. Они, наверное, бедные, просто в ахере такие сидят. Типа, сначала мы его в бункер посадили, он оттуда выбрался, блин, каким-то образом. По идее, сюда надо вешать костюмы или униформу, чтобы одежда не мялась. Сначала, короче, умудрился... Может быть, на этой же штуке ее и чистят? Умудрился выбраться, короче, из решетки, вот из камеры, потом выбрался из бункера, прорвался сюда, мы его посадили, привязали, он снова выбрался, как Джек Воробей, блин, с острова вечно вырывался. С посмотрим, что здесь спрятано. Чё там? Генеалогическое древо. Очень интересно. Может быть, найдется что-то о моем... Вон там, наверху. Сэмюэль и Кэтрин Гордон. Генеалогическое древо рода Гордонов. Значит, дом принадлежит одному из членов семьи. Неужели это они стоят за всей этой историей? Я просто специально молчала, потому что я боялась его перебить сейчас, чтобы важное что-то скажет. Генеалогическое древо. Я так искала генеалогическое древо в первой части, но его там не показали. Его не показали. Я хочу сохраниться на случай, если вдруг нас это запалят сейчас. Давайте сначала осмотрим все здесь, а потом посмотрим древо, потому что это самое интересное. Смотрите, сколько красивое, между прочим. Окно забито тяжелыми досками. Здесь мне не выйти. А ты рассчитывал в окно выйти, да? Ладно. Я просто не рассчитывал выйти. Прелесть. В окно. Гадость. Ты за чё так? Это старинная люстра. Она, может быть, стоит... Эта штука точно не всегда здесь висела. Да? Вообще-то ей место скорее в гостиной или в зале. Видимо, когда-то она надоела. Ее перевесили сюда. Такие же, как ты, прелесть, гадость. А, все, это, собственно, картины. Смотрите, как красиво, просто реально в таком обрамлении сделано. И это реально дерево, и там прям на дереве сделали это все. На одном изображен маленький зеленый городок, а на втором болото. И что? Под картиной висит латунная табличка. Здесь написано «Кардифф, 1982». Ладно. Странное место. Туда надо что-то повесить, да? Этот участок стены кажется каким-то странным. Почему? Сейчас нажмем, что-то откроется, да, где-нибудь? Какая-нибудь потайная комната? Потайной дверь. Ящик. Ящик потайной? О-о-о. Что там? Что там? Детские игрушки. Какие игрушки? Ну, в смысле, что именно? Только машинка? Детские игрушки. Видимо, здесь обитает какой-то ребенок. Да? Я уже забрал машинку. А больше мне ничего не нужно. А почему здесь находится дерево? Мы где находимся? Может, мы в замке? Ну нет, вряд ли. Это не похоже. Вот эта вся обстановка на замок явно не похожа. Да и потолки достаточно низкие, мне кажется, для замка. Тряпьё — это не наши вещи, случайно, балки. Открытые потолочные балки. В букалическом стиле. Я подозреваю, открытые что потолочные... всё-таки, наверное, она с Сэмом, его мамаша-то, крутилась. На полке разный хлам. Не с Робертом. Наверное, для мышей здесь раздолье. В некоторых вещах полно дыр. Барахло. Потому что, ну, как бы... Просто мы голова. В первой части играли за Сэма. Кажется, сюда надевают парики, чтобы они не теряли форму. И логичнее, что да как уж, бы это будет потомок это Сэма. Это точно пригодится. Это прям вот логично. Трепью. Кажется, какие-то... Нет, это не наши вещи. Туго завязанные тряпки. Полотенце, покрывало, простыни, одеяло.
Наверное, хозяева решили не тащить тряпье с собой и бросили его на съедение мышам и крысам. Может быть, здесь что-то поэтому для нас. Поэтому тряпки так туго скатаны. Попробуй порыться. Эта штука весит килограммов 30. Фига себе. Не хотелось бы таскать ее с собой. Да, тряпки нынче такие... Тряпки так туго связаны. Понятно. А, хорошо, ладно. Генеалогическое древо. Пойдем смотреть древо. Я просто очень хотела в первой части увидеть древо, но его так и не показали. Генеалогическое древо семьи Гордонов. Начинается с Маркуса и Мордреда и продолжается до Сэмюэля и Кэтрин Гордон. Вековая история рода, полная страданий и смерти. А! В смысле? Дай посмотреть. Дайте посмотреть. Я хотела посмотреть это древо. Вы чё? Может, они его не придумали просто? Ну, типа... Просто Маркус и Мордред, они существовали, жили в 1300 каком-то году. Там 13-14 век. Ну, по-моему, так где-то. А сейчас, получается, 1991 уже год, но Сэм, получается, был в 81-м, по-моему, последнее событие. Но неважно, суть в том, что, короче, может быть, просто они не смогли придумать настолько длинное дерево? Ну, то есть, как бы придумали нескольких там, вот мы когда ходили, собирали вот эти ключи. Нам там нескольких назвали. Из семейства Гордонов. Может быть, просто они реально не смогли придумать все вот это промежуточное. Но любые имена подставили бы, и все. Нам бы этого достаточно было. Ну, блин, ну серьезно, я хотела... Ну, Дэрон, ну почитай мне дерево. Блин. Я так ждала дерево. И меня послали в жопу сейчас только что. Ладно. Хм. Главное... Ничего. Да плевать на твои доски, блин. Я, главное, так все специально оставила напоследок это дерево. Офисный. Чё сказал? Офисный стул. Оставила напоследок, думая, что как бы самый... Открытые потолочные балки. Самое интересное будет там, а мне... Разочарование выглядит вот как-то так. Да. Обидно. Обидно. В конце коридора лестница. А, тут было открыто. Внизу по телевизору идет какая-то детская передача. Было открыто все это время. Не понял. Мы в Уэльсе? Сэмюэль, ты что-то хотел? Чего? Это еще что такое? Бобби? Ты тоже мерещишься, как эта тетка только что? Алло? Да, мы приехали. Нет. Они нас здесь похитили. Красиво, все как вы говорили. Не, Том поехал. Тома наняли, он с этим пошел. По покупками. Да, Том его связал. Бобби. Веревками. Мы тебя кормили. Мыльные пузыри тебе надували. Он плохо со мной обращался. Но мне не нравится, что ему нельзя уйти. Ты кто-то верховодит им, смотри-ка. Да, я приглядываю. Пока. Кто-то верховодит им, говорит ему, что типа он с собой плохо обращался, кажется, поэтому... Кажется, я схожу с ума. Это... Я слышал женский голос. Она назвала меня Сэмюэль. Я вам сказала, что это не черное зеркало. Я слышал музыку. Нужно взять себя в руки. Это ребенок. Внизу сидит Бобби. Сэма. И Том тоже неподалеку. Эта парочка меня похитила по приказу того, кто хорошо знает этот дом. Элеонора? Так ее звали? Какого черта я здесь делаю? И... Что намного важнее, как мне отсюда убраться? Это замок Уэльси. Короче, кто не помнит... Кто не смотрел первую часть, вообще идите посмотрите, потому что как бы, ну, а что вообще делать во второй, несмотря первую? Короче, это замок Уэльси. Мы здесь были с Сэмом, приезжали. Здесь жила Элеонора и ее, короче, муж, который... Я так и не поняла, кто из них Элеонора или вот этот вот, не помню имени мужика. Кто-то из них является Гордоном, а кто-то просто, ну, вышел или женился на другом. И вот этот вот мужик...
Он ученый, он, короче, какие-то эксперименты с кровью проводил, какие-то там всякие вещи. И, в общем-то, мы ему там это взорвали лабораторию. Обугленная огонь тряпка. Погас. Думаю, в любом случае, он долго бы не продержался. Вот, и это замок Уэльси. Мы здесь, между прочим, в гробнице были, искали еще один когда ключ. Когда Бобби увидит пустой стул, даже он сразу поймет, что дело нечисто. Что ты мне предлагаешь сделать? А, я поняла. Вопросов нет. Ладно, манекен-то мы не просто так взяли. Вот, и как бы, да, это замок Уэльси, я вспомнила эту локацию очень хорошо, там вот этот камин, там мы решали загадку с лошадьми, по-моему, ну, с шахматами, там были странные шахматы. Почему странные? Потому что посмотрите первую часть и узнаете, почему странные. Там, короче, немного надо было шатается, только, по-моему, конем ходить можно было или что-то такое. Поддерживает голову. Так, а обрезки каната, на. Зачем мне связывать манекен? Он точно не станет сопротивляться. Ладно. А ты хочешь сказать, вот этого достаточно, да? Белая простыня не подходит. На себя? На стул? На стул! Ясно. И? Совсем неплохо. И чё? На первый взгляд на стуле под одеялом кто-то сидит. По крайней мере, старину Бобби провести получится. А мы где-то спрячемся, да? Я раньше никогда здесь не был. Но эта комната внизу, почему-то она кажется мне знакомой. Может быть, здесь была, ну, его мама с ним, когда он был маленький? А что они тут делали? А может быть, знаете, типа семья Гордон, если они знали, что это сын Сэма, то они могли как бы это, ну, типа, ну, поживи пока здесь, как бы, типа, там... Бобби все еще смотрит телевизор. Что надо сделать-то? Думаю, я мог бы привлечь внимание Бобби этой штукой. Но что потом? Он ведь настоящий великан. Так на первый взгляд на стуле под... Что надо... Что дальше-то надо сделать? Я не понимаю. Балки? Привязать? Как ты туда долезешь? Вообще интересно мне. А! По-моему, тут, короче... Ой, что-то странное произошло. Ясно. А это что? Тоже на балке? Тоже на балке, смотри-ка. Слишком короткая. А, нет. И чё? А, ты хочешь тряпьё ему на голову скинуть? Да? Когда он хочет ему тряпьё кинуть на голову? Вот оно чё. Ясно. Чё ты сделал? А, на балке, всё. На тряпьё. 30 килограмм. Блин, ну Бобби жалко. Но Бобби, конечно, как бы его просто... ну привяжу канат к бечёвкам. Его легко облапошить, собственно, вот что они и сделали. Так. Видите, он как сказал, что типа... Он с тобой плохо обращался. Посмотрим. Как он мог плохо обращаться? Мы, наоборот, хорошо с ним обращались. Всё получится. Это его брат вонючий, говнючий, обращался с ним плохо. Что произошло? Что ты сделал? Объясни мне. Что ты сделал? Нужно каким-то образом выманить из комнаты моего... Так машинкой на... Сам сказал же. Ну, сидит мультик, смотрит. Ой, машиночка. Жалко Бобби, конечно, жалко. Парень как бы вообще не при делах. Его, блин, обманули, обокрали, оболгали. Ой, блин, и брат у него ушлепок тот еще. Скотина, так, падла. Теперь действуем быстро. Эй, все нормально? Неа. Сорян, Бобби, ну а что поделать, ты сам виноват. Ну, как бы не то, что... Ну, блин, прости, ну, Бобби. Дурачок. Ничего личного. Сорян. Так, а теперь бежать отсюда. Минутку. А где мои вещи? Мне нужен фотоаппарат. Ну это вообще, они нас в Уэльс привезли. Вот почему здесь древо семьи Гордонов, логично. Он все еще связан и без сознания. В жопу его. Почему нельзя его почитать, я не знаю. Ну, как бы, может быть, просто... Будем надеяться, что Том не вернется с покупками прямо сейчас. И что он еще далеко от города. Просто, как бы, может быть, ну, Дэрону неинтересно смотреть на это, потому что он же не знает, что он
часть, собственно, этого всего. Поэтому он как бы, ну... Похоже, автомобиль неплохо перенес падение. С другой стороны, а действительно, а чё, хрен ли ему сейчас изучать, если он ничего в этом все равно не поймет? Поэтому логично, может быть, все, конечно, но мне-то можно было показать, я-то хотела красивый посмотреть. Красивый резной сундук. Еще с прошлой части. Может быть, мои вещи там? Давай смотреть. Хм. Заперто. Пожалуй, это было бы слишком просто. Чего, опять лошади, да, там будут от коняшки ходить? Ой, какой сундучок. Что это назад? Судя по замку на крышке, просто так она не откроется. Точно, так и есть. Ну а сломать можно? Думаю, сундук не такой старый, как может показаться на первый взгляд. Если не ошибаюсь, такие кодовые замки появились недавно. Нужно ввести комбинацию из трех цифр. Вот только каких именно? Черт. Может быть, где-то здесь что-то посмотреть? Оберточная бумага. Ну, давай. Видимо, Бобби здесь слопал бутерброд. Там валяется оберточная бумага. Слава богу, хоть что-то поесть у него есть. Но это же издевательство иначе. Чили, блин, ну ты с этого чили, блин, сыт не будешь. Чё там? Кусок оберточной бумаги. Местами она пропитана жиром и почти прозрачная. Но большая ее часть чистая. И? Мобильник. А как мне код узнать? У Бобби выпытать? Как мы мобильный будем телефон старой модели. Современный весит всего полкило и в длину не больше 20 сантиметров. Мобильный телефон. Да, были такие. Были. Конечно, я мог бы позвонить в полицию. Но что им сказать? Помогите. Меня похитили, и я сижу в каком-то доме неизвестно где. В Англии? В замке Уэльс. Или даже, кажется, в Англии. Это вполне может быть и Дания, и даже Индия. Не, ну не так далеко. Сначала нужно хоть немного разобраться. Это Уэльс. Так обидно, что я знаю, а он нет. Ну реально обидно. Я бы могла ему подсказать. Я замку, похоже, не меньше 100 лет. Раньше обогревались только каминами. Так... Видимо, дымоход проходит через несколько комнат, чтобы распределить тепло повсюду. Так прикольно, на самом деле, вот играть по локациям, ну, предыдущей части. Вроде как бы прошло время, да, прошли годы. Кажется, этому пианино не меньше 100 лет. Мама бы обрадовалась. Она хорошо играет. Играла на пианино. А я вообще не владею никаким инструментом. А если бы умел, мам, то лучше бы играл на басу в гранж-группе, а не на пианино в каком-то замке. Замки. Твой родовой замок, поди, не считай. Знаю, что играть. Это если не считать, что я и играть-то не умею. Вот, а он ничего не скажет, потому что Сэм нам рассказывал, что это там какой-то там один из Гордонов или что-то интересно, такое. Интересно, кто это? Хозяин замка? То ли это отец вот этой Элеоноры был, то ли еще что-то такое, короче. Я вот этого не вспомню уже. Не похоже, чтобы здесь недавно горел огонь. В камине еще лежат обугленные деревяшки. Возьму одну небольшую. Да? Ну ладно, бери. Так, хорошо. Ай! Теперь все пальцы черные. Логично, ты что думал-то? Голова оленя. Странно, почему людям так нравится украшать стены трупами? Кстати, не знаю. Я не очень мне нравится. В фильме «Зловещие мертвецы» такие оленьи головы меня смешили. Но это такая мертвая, что мне не до смеха. Ну, потому что это не муляж. Знамя! А ты ничего не скажешь по этому поводу, ты не знаешь, что это за... Какие-то штандарты или флаги. Странно, что их не забрали. Обычно такие вещи символизируют традиции и историю семьи. Так а ты попробуй доберись ведь до них. Именно такие вещи наверняка нравятся обитателям замка. Ты... С другой стороны, если хочется начать новую жизнь, в первую очередь расстаются именно умерли с такими вещами. Если Элеонора умерла, она была уже тоже старой. Здесь вот этот вот был ее этот придурочный этот дворецкий, который нас не впускал в дверь-то. А, как бы нахрена ему эти знамя? Может, он тоже, кстати, не умер. Не знаю, что играть. Это есть... Да в жопу это пьяно. Тут есть выход просто как бы. А, можно взять игрушечную машинку. Я просто не знаю, все продолжает гореть. Но мне нужны вещи, он сказал. Мне тоже так кажется, что нужны вещи. Где, может быть, можно его как-то это, машинкой сподобить на то, чтобы он нам дал код? Давай еще раз сходим наверх. Он все еще? Без сознания. Ладно.
пошли вниз и что делать? Уйти? Налегке? Понятно. Сюда нам нельзя. Мобильник, возьми мобильник. Конечно, я мог бы... Или даже... Кажется. Ясно. Хорошо, тогда давай к сундуку. Может быть, мы можем что-то сделать с сундуком? С замком? Ну, я не знаю, а что мы можем сделать с замком? Ну, вот вы знаете, я не знаю. Что можно сделать с замком? Обугленная деревяшка. Не работает. Не работает, не работает, ничего не работает. Ну, естественно, бред. 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 Зачем мы все это набрали? Здесь вырезаны какие-то круги над горизонтальной линией. А, может быть, это обозначение высоты тона? Чего? Что такое высоты тона? Слишком много кругов. Мне не запомнить. А, в смысле, вот так? Круги. Это бороздки в дереве. Значит, с помощью кусочка угля можно скопировать их на бумагу. Зачем? Отлично. Хорошо видно и круги, и линии. Это как-то откроет замок? Копия узора. Может быть, эти круги на сундуке? Запись упрощенных нот? Нот, обозначающих только высоту тона, без длительности. Так сундук старый или новый? Или замок только новый, а сундук старый? А, Дэрон, ты давай ты сам будешь играть ноты, потому что я в этом Может вообще быть, ничего не эти знаю. Эти круги на сундуке — упрощенная запись нот. Символы, обозначающие только высоту тона, без длительности. Я не Если это действительно ноты, то не хватает точки отсчета. Может быть, начать можно с любого места. Главное, чтобы у тонов соблюдались пропорции высот. Вообще просто я ни слова не поняла, что он сказал. Мне было незнакомо это. Ёб твою за ногу душу! Ты серьезно, мать? Ты прикалываешься, да? Нет, Дэрон, нет. Нет! Нет! Нет слов. Хорошо, давай так. А, черные не жмутся, да? Не, я не знаю. Я не знаю. Я этого не понимаю. Дэрон, ты издеваешься надо мной? Ты если в этом понимаешь хоть что-то, давай ты сам как-то справишься. Это беда. А вот эти, кстати, не работают клавиши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ага, восемь. Их восемь. Здесь четыре и четыре. И что мне это дает? У тебя есть что-то в дневнике? Попробуй записать их и сыграть на пианино. Ну так и играй, я-то тут при чем, блин? Надо записать и сыграть. И играй! Ну как можно задавать такие загадки? Я реально, я вот просто сижу. Если, вот, например, в Silent Hill там загадка была, там просто нужно было, ну, нажать по... Как по цифрам пройтись. Здесь я не понимаю, что надо нажать. Ну хорошо, допустим. Один. Один. Вторая какая будет? А, постой, может быть, по... Как они находятся? Это типа первая. Вторая будет вот это или вот это? То подожди, стоп, машина. Какая будет первая, самая нижняя или самая верхняя? Хорошо, предположим, что первая будет самая нижняя. Типа снизу начинаем, вверх идем. Так, вот это начало. Это первое. Дальше. А, раз, два, три. Вот это, мне кажется, ниже, чем вот это. Это раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Седьмая дальше будет. Слушай, а вот эти вот и вот эти вот на одном уровне. Это и вот это. Блин, запуталась к чертовой матери. А-а-а! Фу. Подска... Подожди, мы должны справиться, попробуем сами. Это первое. Дальше идет раз, два, три, четыре. Тупая мелодия какая-то получается, если честно. До, ре, ми, фа, со, ля, си, до. Первое это до. Потом вот это ре. Это получается ре. У нас какая седьмая? Вот здесь фа и вот здесь фа. Фа, фа. Ёпте, что это за лабуда какая-то непонятная?
Ну и что, вы думаете, я справилась бы с этой задачей? Конечно, нет. Вариантов было три. Либо нажать на рычажок и пропустить эту загадку, но я этого не хотела делать. Второй вариант – обратиться к прохождениям. Но это я тоже не хотела делать, потому что есть третий вариант, к которому я всегда прибегала в этих квестах, когда мне выпадали такие музыкальные загадки. Мы обращаемся за помощью к профессионалу! Я не могу ничего сделать. Чем? Тебе дать наушник? Ну, правда, я не знаю, чем поможет. Это, видимо, до. Ну, как бы все, ре, ми, фа, соль, ля. Я штука расстроена, это. То старое пианино в старом замке. Короче. Вот у него кусок мелодии. Я не понимаю. Я уже все, что можно было. Вот так. Кажется, я сыграл без ошиб... Как ты узнала, что... Я как ты поняла, что первое это... Все время не тот первое. Же звук. Нарисуй 5 линеечек. У меня было только две. Ну, почему две-то? Ну, там было только две нарисовано. Дай листочек. Ну, это и есть листочек. Включи свет. Ну, вот это вот типа ре была. И почему это ре? Потому что она вот тут висит. Начинается нотная. А почему не вот это? Она же тоже как бы здесь? Нет, она же висит, перед ней пустота. А как человеку без образования можно было это понять? Откуда я знаю? Музыкального. Как вот я должна была вот это вот осознать, что это, блин, ре? Я думала, что это до. Нет, до всегда вот так пишется. Короче, по сути дела, у меня есть вот эти вот две только палочки, да? Да. Дичь какая. Просто дичь. Это вот это ля, да? Вот это вот? Да. А потом снова фа-фа и ми, фа-ми-фа, да? Фа-ми-фа. Ре, фа, фа-ми. Фа. До-ре-ми-фа, соля, ля. Вот здесь вот фа, да? Фа-ми-фа. Мне пришлось звать на помощь друга. Помощь зала, а точнее моей мамы, которая имеет музыкальное образование, в отличие от меня. Короче, вот эта вот нота, это ре, это не до. Знаете почему? Потому что это ре, потому что это, блин... Короче, он мне нарисовал тут нотный стан, пять вот этих линий, и это, получается, первая линия и вторая из него. До находится всегда вот здесь внизу, и, типа, поскольку ее нету, а до располагается примерно вот так же. Но, типа, над ней должна быть палка. Ну, вот эта вот линия. Короче, вот это ре. Смиритесь, что вот это ре, потому что до где-то вот здесь вот должно быть внизу. Вот это будет фа. Это, соответственно, ми будет. Соль располагалась бы как ми, только вот на вот этой линии. Вот. А после соли идет вот это вот ля. Короче, вот как-то так все это происходит. У нас идет ноты ре, фа, фа, ми, ля, фа, ми, фа. Вот так вот это идет. Короче, для тех, у кого нет музыкального образования, кто не понял бы. Между прочим, она даже ей считать не надо. Она прям смотрит и видит. Я не знаю, как. Это сверхразум какой-то. Ре. Фа дважды. Фа. Потом ми, фа, со, ля. Ля. Затем идет снова фа, ми, фа. И мы снова встряли. Поздравляю вас. А что это дало? Три раза, два и пять. Это, короче, пароль. Давайте проверим. Если нет, то я сейчас сказала два раза. Первый, сколько он играет? Нет, три раза. Три я вот записала. Три, два. И вот я не поняла, четыре или пять раз он играет последнюю ноту. Давайте раз, два, три. Методом тыка. Четыре. Не подходит. Пять. Подошло. Три, два, пять. Ну это можно было, в принципе, зная код. Кажется, что-то произошло. Ой, какая жесть. Правильная, ну, какая комбинация. Дичь.
просто дичь. Ну, как вам это нравится? Я сейчас спросила. Это же мои вещи. Как можно было без... Почти все на месте. Остальное мне уже и не нужно. Ну, замечательно. Человеку без музыкального образования пройти, ну, понять по этим нотам что-то, как вот реально можно было понять, и, ну, как бы... Она говорит, не знаю. Я такая, как бы, ну, значит, я тем более не знаю, как это можно было понять, и мы можем теперь выйти отсюда. Давайте, мобильник нам до сих пор не нужен, ну, пошли. Давайте выйдем и сохранимся, и в следующей серии уже это продолжим. Фух, тяжело далась загадка. Ну да, это Уэльс. Мы в Уэльсе. И чё? Ну, отлично. Здесь так всё заросло, смотрите, ужасно. Реально прям заросло. Куда ты пошёл-то? Превосходно. И заколочено. Я чёрт знает где. Уэльс! До следующего дома может быть и километр, и 10. И в любой момент может вернуться Том. Для начала попытаемся выяснить, где я. А если вернется Том, я успею улизнуть. Тут все разрушено так, заросло, смотрите прям. Ну, видимо, не убираются ничего. Мальчик? Че еще за мальчик тут? А, ладно, иди, Дэрон. Давайте мы здесь остановимся. Я помню, кстати, эти локации очень красивые были. Мы при свете ночи еще, короче, ходили здесь с Сэмом. Здесь очень красиво было. Я наделала кучу тогда скриншотов. Все, это была дикая серия. Без мамы мы бы не справились. Это просто, знаете, было как из ролика. Вот это «Мам!» Когда там это орёт чувачок с мороженкой. Блин, я если смогу, я... Нет, не смогу. Я не вставлю вам этот ролик, ну ладно. А если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, а также на предыдущую часть первую и на всякие разные группы и аккаунты, в которых ничего нету. На этом все. Продолжение следует, и спасибо маме.